Всем привет любителям парфюмерии, всем любителям L'Artisan Parfumé. Надеюсь, правильно сказала. Я уже делала видео, покупала я этот парфюм в TK Maxx Dortmund. Есть еще один парфюм в TK Maxx Dortmund, там самбре что-то. Мой выбор упал на этот парфюм. Парфюм без затеста. Видите, он так запаян. Стоит он примерно 50 евро без одного цента. Eau de Parfum. Сейчас мы откроем и все узнаем. Парфюм. Ну, это тубероза. Ночная тубероза от знаменитого парфюмера. Что же у нас тут? Покажу подробнее коробочку. Выглядит оно так. Ссылку сделаю в инфобоксе на какие заявлены тут ингредиенты, аккорды, ноты. Сделано во Франции. Это чтобы не украли, не вынесли. Здесь кое-что написано. Такая вот прекрасная женщина, вдыхающая ароматы ночные. Здесь что-то написано. А вам рекомендую все-таки почитать, что пишет Фрагрантика или интернет. Показываю коробочку. Коробочка не пахнет. Здесь вот подробненько все показываю. Видите, такой вот черная перфорированная бумага. Таким образом здесь тоже отпечаталось. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Такой вот парфюмчик. Здесь номер есть. Так. Такой вот герб. Отражается. Моя тренога. Вот так все выглядит. А здесь написано «Ночная тубероза», «Eau de Parfum». Так. На магните, не на магните, нет. По-моему, нет. Видите, там крепление. Тяжелое все. Это очень все тяжелое. Тяжеленная вещь, хочу вам сказать. Здесь, кстати, идет на стекле что-то написано. L'Artisan Parfumée. Made in France. 100 миллилитров. Вот здесь вот написано, значит, Made in France.
100 миллилитров. Это в унциях или как? Так, здесь вот название фирмы, бренда. Ну и приступим. Так. Я не чувствую ничего. Возможно, парфюмоманьяки чувствуют что-то. Вот здесь вот так красиво поставим. Ну, приступим. Как я уже говорила, я не знала, как он пахнет. Я начитавшись фрагрантики, купила этот аромат парфюм. И также это творение парфюмера известного. Напишу, не буду портить его имя своим произношением в инфобоксе. И мне этот творение этого парфюмера нравится. Они всегда необычные. Заинтересовало мне, что был один отзыв, и написано было девушка, что, дескать, похож на Том Форд, Чимпака Абсолют, по-моему. Я все еще Чимпаку замучила в Малайзии индусов с этой Чимпакой, потому что я покупала Чимпаку, масло на Чимпаке на Маврике. Мне очень понравился такой божественный аромат. И это повлияло на это. Что-то есть, кстати, от Чимпаки. Чуть-чуть. Что хочу сказать? Это в моем вкусе парфюм. Знаете, такие как сказать, ноты бабы-яги, травок-муравок. Мне такое нравится, я люблю такие парфюмы. Такие, как сказать, эзотерические, магические, лекарственные. Вот сейчас пошла нежность какая-то. Так. Аромат нежный. В общем-то, он меня не огорчает. Извините, конечно, за мои такие отрывистые фразы. Я расскажу потом позже, когда будет настроение, как долго он на мне держался, какие эмоции он еще вызывает. Но вот это вот первый затест. Вот такой вот мой первый затест. Покупала я, как я уже сказала, без затеста этот парфюм. Как я выбирала этот аромат? Выбирала по имени парфюмера. Прочитала, значит, о чем пишут люди. Отзывы были очень противоречивые, были положительные, были отрицательные. И когда такие отзывы есть, значит, аромат интересный. Так, покажу вам еще раз, чтобы вы увидели примерно, как все это выглядит. Может, картинка останется. Вот так вот это все выглядит. Ну, в общем-то, такой довольно-таки интересный парфюм. Я что-то внюхиваюсь и внюхиваюсь. Всем прекрасного настроения желаю. Покупать только парфюмы, которые вам нравятся, которые вам будут долго служить.
которые будут вас радовать и не разочаровывать. Это один из таких ароматов. Он не разочаровывает. Такой нежненький, нежненький. Вот нежность пошла. В общем, прощаюсь с вами, любители парфюмерии, любители L'Artisan Parfumer и любители этого парфюмера, этого магического мастера, эзотерического мастера парфюмов. Любители, передаю приветы. Всем пока!